Югорские ватерполистки будут защищать честь страны на Всемирной летней универсиаде. Состязания стартуют 3 июля в итальянском Неаполе. В состав российской сборной вошли Светлана Степахина и Анастасия Леонова из Ханты-Мансийска. Светлана будет выступать в качестве голкипера, а Анастасия играть на позиции нападающего. К слову, всего на Всемирной летней универсиаде выступят порядка 8 тысяч атлетов из 200 стран мира. Они разыграют более 200 комплектов медалей.